Всем привет, с вами Андрей и Наталья. И сегодня мы смотрим трейлер «Наполеон». Это фильм с Хоакином Фениксом, надеюсь, правильно назвал. То есть, самая популярная роль у него сейчас у Джокера. Но также он играл в фильме «Гладиатор» римского там императора, кто помнит. В общем, у него очень много, на самом деле, ролей. И это неожиданный фильм от... Есть такая платформа Apple TV. То есть, она как Netflix, например, что-то такое. И она делает, я не знаю, делает ли сериалы, но вот фильмы точно. И самое интересное, кому это важно в СНГ-пространстве, скажем так, постсоветском, это то, что Apple TV делает на русском дубляже до сих пор все фильмы, насколько я понимаю. Интересно. Да. Так что посмотрим трейлер. Не знаю, что ожидать, как бы. Фильм про Наполеона. Да, переходим к просмотру трейлера. Идет звук? Да. No doubt you've seen the chaos in the streets. We must make an example, or France will fall. What would you do if this assignment of defense was transferred to you? I promise you brilliant successes. А ты еще Ридли Скотт. What is this costume you have on? This is my uniform. I let the French victory at Toulon. What is your name? Napoleon. Has the course of my life just changed? Napoleon. Или торт Наполеон. I'm destined for greatness. But those in power will only see me as a sword. I suggest you take the throne as a king. Shall we vote? This vermin has held the world hostage with his egotism and his lack of simple good manners. You think you're great? You are just a tiny little brute that is nothing without me. All of Europe is uniting forces against me. What's the outcome of this if you don't succeed? Your Majesty, we are discovered. Good. Eyes! It's a trap! I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. Oh. Да. Думаю, все. Ну, да. Вот что я хотела первым делом сказать. Мне кажется, это лучший пример, как нужно делать трейлеры. Тут в целом и суть понятна, о чем это и о ком, понятное дело, из названия и так далее. Но при этом тут все так емко нарезано, и, ну, лично мне понравилось. Мне немножко показалось, что этот трейлер, в принципе, как обычно, показал очень много. Ладно, не скажу, что весь фильм, но очень много. То есть, мне в какой-то момент показалось, что еще чуть-чуть, и но будет кажется, как трейлер. Мне кажется, форсажа. С этим персонажем можно такое. Потому что, ну... все же понимают, что это историческая личность, и поэтому... Ну, какая разница? Фильм ну, вот как, фильм. А как ты к этому относишься? Ну, выглядит интересно, немножко, мне кажется... Ну, то есть, Наполеон, он как бы мифическая личность уже во многом стала. Угу. И тут в некоторых моментах у Хоакина Феникса у него такое лицо прям... Такой максимально ЧСВ, мне кажется. Надо смотреть фильм, такое, да. Но вот как будто тут переигрывает моментами. Но не знаю. Ну, в принципе, это подходит к образу, потому что там, ну, столько историй есть про Наполеона, что он как бы
ничего не боялся, когда какие-то моменты были в военных кампаниях, он мог зайти прям к больным, который болеет чумой, а он их не боялся, потому что он просто не боится ничего, поэтому он не заболевает. Или то, что он спит там по 2-3 часа, ему типа нормально. Ну, то есть, для образа подходит. И тут будет показана, видимо, вся его жизнь от того, как он стал императором во Франции, и то, как он потерял это место, спойлер. Да. То есть, ну, выглядит интересно и дорого, с учетом того, что это фильм не для кинотеатров, а для платформы. Да, да. Но я вот хотела сказать, что картинка и сам трейлер мне показался ёмким. То есть, да, нам как бы по факту рассказали всю историю, но, например, концовку, вот как ты сказал, падение, тут нету. Ну, они такие, вот, как был Наполеон, что он, как он жил до того, как он стал, и уже как во время, вот тут такое. Ну, там, нет, там было, что вот против меня вся Европа, то есть... Но это уже вот когда он стал. Ну, это уже конец, по сути, поэтому... Ну, да, да, тоже. Ну, мне кажется, можно будет посмотреть, когда будет доступно, так что... Тем более, я читал недавно новость для владельцев PlayStation 5, у кого есть полгода подписки на Apple TV, бесплатно всем дали. Вот так вот. Интересно. Но у нас PlayStation 4. У нас, да, нету. Мы будем торрентом. О, не надо. Мы официально смотрим. Официально, да-да-да. Да. Так что, ну, можно подождать, да. Но я, наоборот, слышала, что из-за того, что это такой актер, то к нему и к этому проекту вот внимание. Но тут еще есть. Вот Ридли Скотт, это, ну, у него куча франшиз. Ну и да, режиссер тоже, да. Так что... Да. Ну, это уже надо смотреть по делу. Ну, я думаю, да. Но мне трейлер понравился. Мне тоже, да. Интересно. Вот. Ну, а так все. Да, что думаете вы насчет этого трейлера? Ждете ли вы Джокера 2? Да, с Леди Гагой. Внезапно. Мы ждем. Вот. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Да. Всем пока. Всем пока.